Я не там знал, кто-то есть? Ну, там, в принципе, да, там скрипачи. Скрипачи? На машине 5 минут, если без пробок. Нет, по московскому же. Они никуда не пропали. Это дома на батарее лежит, да? Нет, это чехол. Это чехол. Греется в мой чехол. Просто чехол греется. Дим, когда делаешь так, значит, и берешь? Он мой личный. Он мой личный. Я же просто сопли вытираешь. Не врешь. Зачем? Там никто, кроме вас, не играет. Дедушка видел. Потом все едет. Ура! Вот мы собирались по-радостному событию. Пора. Пора нам устраивать праздники. Давненько что-то не выделяли. Прекрасный повод у нас. Не выпивали. По этому поводу у нас совершенно чудесный пакетик, девочка. Совершенно чудесный. По поводу твоего юбилея. Долго его собирали. Коллектив тебя любит и поздравляет. С днем рождения, Буциков! Ура! Днем рождения. Спасибо. И уже по традиции стало... Будь здоров. Традиционно. Пусть удача сконцентрируется на дальних событиях, это будет все хорошее. Теперь пусть удача будет. Теперь только все самое классное покатит. Да, Татьяне предоставим. Твоей энергии на всех хватает, кто с тобой рядом. Тебе сопутствует успех, признание, высшая награда. Тебе на месте не сидится. Играть, писать, руководить. Хотя тебе всего лишь 30. Успел уже авто разбить. Про авто всегда последняя фраза. Желаю в этот день рождения скорее машину починить. В семье желаем прибавления и Копенгаген покорить. Вместе с вами хоть Нью-Йорк, хоть Копенгаген, хоть Марс. Хоть Дания. Марс. Саранск. Хоть Саранск. Марс, посмотришь? Маркс? Да вы че, ну это круто вообще. А пригубить? А выпить? Ну на ка... А что, размер даже? Померить. Я вообще-то 30 лет. Нет, а размер мы сейчас узнаем. Да, мы сейчас узнаем. А что он в воде выходит? Саша, подождите. Рубашку возьмешь? Рубашку. Так и надо, Майк. Вот так и надо носить, между прочим. Хорошо. Как она сочетается, Майк. А может быть, это ваша новая форма? Ну, что будем дальше делать? Ну, это всегда актуально. Давай. Когда я играю на доме, который принадлежит филармонии, пиццикато, вот этим пальцем, у меня потом несколько дней болит палец. Все случаи? У тебя болит? Я просто за компанию. Я не играю этим пальцем. Сочувствующая. Я сочувствующая. Ну, у меня болит палец после пиццикато. Диман, а у тебя не болит палец после пиццикато? Покажи палец. Какой у тебя палец? А, реально, кстати. Какой, покажи. Я не знаю, но у меня вот что-то... Это, не вы вот этот, а у Татьяны... Ну да хорошо, ты того сложил. Подожди ты, блин. Я вообще в ступеньке поднималась. Снизу, что ли, да? Да. Класс. Не, ну так-то оно быстро. Ну там крутовато так, да? Слушайте, наша столовая отдыхает. Барсанович, куда? Да я вот сюда, блядь, ой, извините. Мы чуть не уехали без вас, да? Да ничего. Ну, уехали вообще. Ничего, а уехали вообще. Это кто вспомнил, что Бори нет? Власин. Бори. Бори вспомнил, что Бори. Я позвонил тебе. Я думал, что ты сел. Не, ну я доехал. Подожди. Нас Я еду на концерт. А я еду домой. На фестивальный концерт. Открытое небо, открытые сердца. Открытое небо.
замечательный газель. Открывай нефть. Который крыша сместилась. Открывай крышу. Вот комбинатор. Диман, покажи свое личико радостное. Специалист по налогам. Проверим твою версию. Телефон динамика. А вот и я. Борис Иванович, ты что произошло-то там? Ну я нашел того мужика. Он пьяный? Он там открытый, но я пришел, а они закрыли. Понимаешь, он говорит, ну сейчас я подойду. А я к нему пошел, там такая лужа, там и вообще не пройти. Потерялся, что ли? Как ежик в тумане там. Появляется в Ютубе ролик и налоги опознанные появление нежного человека. Лев, как ты выехал из этого парка, ты просто мастер. Надо было снимать тогда, а не сейчас. Мастер. А почему ты мне не напомнил? Николай Павлович посудит нас с тобой, да? Николай Павлович, тебя посудят, а ты не воруй. Обалдеть вообще. А тот где? Ворота все где? Трубки. Это он, а я ему позвонил, управляющий. Он говорит, вот так поезжайте. Дорогие друзья, ну вот и подошел к концу третий концерт 4-го ежегодного фестиваля «Открытое небо, открытые сердца». Всего вам самого хорошего. А я попрошу вас, если вдруг кто-то желает книгу «Ойзу» нашего фестиваля. Как тебя зовут? Стас. Сколько тебе лет? 7. Как зовут твоего папу? Че все секреты даешь? А что произошло час назад? Не знаю. Мы играли в футбол, да? Нет, а что мы делали? Дурака валяли. И что произошло, когда мы валяли дурака? Просто произошло вот что, мы валяли дурака. Все понятно. Мы валяли дурака. Мы валяли дурака примерно минут 10, наверное, 15. В итоге перелом. И мы едем домой. Врач сказал, что 3 недели. Вот я теперь точно буду валять дурака.